Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня на обзоре смарт-часы Xiaomi Mi Watch. В описании к видео я собрал для вас ссылки с лучшими ценами на эту модель. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк под этим роликом и напишите комментарий, а также подпишитесь на канал и нажмете на колокольчик. Часы представлены в двух вариантах – стандартном и премиальном. Они мало чем отличаются. Стандартная версия сделана из алюминия и в качестве защитного стекла используется Gorilla Glass 3, а премиальная из нержавеющей стали и сапфировое стекло выступает в роли защитного. Дизайн Mi Watch представляет собой прямоугольный корпус, лицевую часть которого занимает сенсорный дисплей. На правом торце можно найти коронку навигации, там же находится микрофон и многофункциональная кнопка для работы с интерфейсом часов. На левом торце располагаются второй микрофон и динамик, пульсометр и контактная база для зарядки находятся на задней панели часов. Гаджет работает на собственной фирменной оболочке MIUI, основанной на базе Google Wear OS и разработанной специально для устройства на запястье. Разумеется, часы поддерживают полный набор классических функций для устройств подобного класса. Мониторинг ЧСС, физической активности, возможность запуска тренировок, анализ сна, дублирование уведомлений со смартфона, управление музыкой. Девайс оснащен достаточно емкостным аккумулятором на 570 мАч, однако с учетом количества функций и уровня заряда хватает на 36 часов автономной работы при средней нагрузке. Если же задействовать устройство по максимуму, то емкости хватит на 8-10 часов функционирования. Если вы стали владельцем данных смарт-часов, поделитесь в комментариях своим мнением. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании под видео. Не забывайте подписаться и поставить лайк. Надеюсь, этот обзор поможет вам сделать правильный выбор. Всем пока!